Алматинцев заинтересовали новые камеры на улицах города. Обновленные комплексы начали устанавливать всего месяц назад. За это время они заполонили большую часть мегаполиса. Техника на столбах – это улучшенная версия всем известных сергеков. Сейчас камеры не работают, их запуск планируют только на следующий год. В настоящее время готовится к запуску новые камеры автоматизированной информационной системы «Сергек». Установка уже по городу завершена на наиболее аварийных участках города и там, где больше всего совершается дорожно-транспортное происшествие. Обновленные камеры «Сергек» функционально ничем не отличаются от прежних. Они фиксируют абсолютно те же нарушения ПДД. Из нового там только удлиненный дизайн и улучшенное качество записи автодвижения. Благодаря этому должны сократиться все спорные моменты во время ДТП. Старые версии камер также успели показать себя с хорошей стороны. Только за этот год, благодаря системе наблюдения, полиция выявила около 1,5 миллиона нарушений. По словам общественников, все это хорошо сказалось на культуре вождения казахстанских водителей. Они уверены, что чем больше камер, тем меньше аварий. Сейчас те камеры, которые стоят на дороге, они призваны повысить безопасность дорожного движения и снизить смертность на дороге. И мы видим, там, где они установлены, дисциплинировались водители.